На наше соревнование приехали более 400 гимнастов с разных городов России. Кострома, Ярославль, Тутаев, Переславль-Залесский, Жуковский, Реутов, Новосибирск, Москва и Вологда. На параде присутствуют почетные гости турнира. Глава города Костромы Журин Юрий Валерьевич. Заместитель главы администрации города Соколова Мария Леонидовна. Начальник управления спорта и работы с молодежью Соболева Татьяна Валерьевна. Директор спортивной школы номер 2 города Костромы Разгуляй Владимир Александрович. Директор спортивного клуба «Стар Тим», президент городской федерации художественной гимнастики, мастер спорта России Штайдер Татьяна Ивановна. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Уланова Ольга Александровна. Слово предоставляется главе города Журину Юрию Валерьевичу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые юные спортсменки, дорогие родители. Я очень рад видеть вас, приветствовать в нашем городе в эти праздничные выходные. Эти праздничные выходные в нашем городе украсил этот чемпионат. Действительно так. Мне очень приятно, что наши гости нашли время, нашли возможность представить себя, наших юных спортсменов на этом турнире, потому как действительно турнир набирает обороты. И я хочу особо слова сказать признательности организаторам турнира, нашему президенту городской федерации по художественной гимнастике Татьяне Ивановне Штайнер, потому что она действительно звездочка художественной гимнастики, которая много делает в нашем городе для как раз развития художественной гимнастики с самого юного возраста. Поэтому давайте поприветствуем ее и поблагодарим за этот турнир. Дорогие родители, юные участницы, хочу сказать следующее. Вы выбрали очень хороший, благодарный вид спорта, художественную гимнастику для своих юных чад, потому как художественная гимнастика для девочек это не только грация, не только красивая фигура, но и много других человеческих качеств, которые в дальнейшем позволят вырасти замечательных дочерей. Поэтому я хочу вам пожелать вот радости за них, успехов, чтобы вы вот все трудности становление их как профессиональных спортсменов вместе переживали, радовались каждой ступенечке этого взросления. Ну и, конечно же, чтобы этот процесс приносил удовольствие всем вам. С праздником, всего самого доброго. Слово предоставляется директору турнира Штайдер Татьяне Ивановне. Самых красивых участниц нашего турнира. Давайте еще раз им поаплодируем. Я очень рада, что действительно с каждым турниром география городов, которые к нам приезжают, только расширяется. Хочется сказать особую благодарность руководству города за то, что они помогают развитию нашего вида спорта в Костроме. Спонсорской поддержке тоже я очень признательна. Родительскому комитету клуба «Стар Тим» большая благодарность за то, что они и всегда помогают. Девочкам хочу пожелать удачи, тренерам терпения. Пусть все у вас получится. Спасибо. Слово предоставляется главному судье соревнований Улановой Ольге Александровне. Кубок по художественной гимнастике
главы города Кострома 2019 объявляю открытым. Thank you.
девочки, спускайтесь. Среди гимнастов 2014 года рождения вторая подруга на первом месте Коноплянкина Ксении Ярославы. На втором месте Кузнецова Мария Москва и Войцеховская Олеся Кострома. На третьем месте Маховикова Майя, Павлова Диана, Воеводина Вероника и Ефанова Стефания, все гимнастки представительницы города Костромы. На втором месте Окунева Валентина,
Хазиева Лейла и Горошина Виктория. Извините, Горошина Виктория. На третьем месте Анцумова Милена, Чубраева Софья и Подречного Полина. 17 представительницы города Костромы. Выступающих по программе.